Здравствуйте всем, с вами снова Кирилла. Сегодня вы узнаете, как я стал таким очень влиятельным бизнесменом. И я решаю очень серьезные дела. Ну что, готовы? Поехали. Я как скотина нажрался. Все офигели, бомжи тут офигели, да. Кирилл, блядь! Бомжатник! Ты живой, нахуй? Жан, блядь! Ты чё, блядь? Просыпайся, Кирилл! Надо понимать, Россия с хулиан. Вообще не двигается. Точно, блядь! В этом с заводкой скажу. Надо двигаться дальше. Игорелло свалил. Мне надо тоже что-нибудь придумать. Так. Надо бы людей каких-нибудь четкануть. Так, сейчас придумаем. Наверное, надо раскрыть какой-нибудь бизнес. Точно. И вот я перестал свинячить. И теперь самое время просить трех людей. Здравствуйте. Парни, ты чё, блядь? Здравствуйте. Я представляю новый проект. Чё? Да мы тем бизнесом поднимемся на новый... бизнес, что ты мне втираешь? Вот, если процент ставки, вам 50. Нет, вам 40, а мне 60. Ты чё мне какую-то хуйню втираешь? Нахуй мне этот бизнес, блядь, сдался? Это будет, мы разовьемся, будет очень классно. Разовьешься, блядь, я тебя сейчас разовью. Нет. Нахуй, иди, блядь, за сигами мне сгоняй. Давай, бегом, блядь. Давай, давай. Побежал. Бля, где мы? Я покажу с телефона. Круто, бери план. В общем, смотрите. Что, нам нужно просто вступить со мной с помощью. Чё снимаешь, а? Да, конечно. А вот видите, это франшиза. Плюс 13%. Два спасибо. Ты чё, ты мне гонишь? Да вообще это. Шат, блин, кому же позвонить-то? О, номерок. Кирилл. Алло, здравствуйте. Это риэлтор? Ова. Это важное дело очень. Раз так получилось, что вы риэлтор, но... может быть, попробуем сделать совместное дело и какое-нибудь прокрутить быстренько. Расскажите. Я думаю, с вами надо встретиться и все обсудить. Я с вами согласен. Спасибо. Договорились. Поскольку я встретился с риэлтором, и он согласился со мной встретиться и обновить бизнес, я очень этому порадовался и решил рассказать об этом все моему братику Игоре. Игорелло. О, братан, здорово, я как тебе сюда, привет. Здорово. Короче, у меня есть такое дело тебе. Я же замутил такой бизнес. Идем. И я предлагаю тебе тоже там участвовать. Там, если ты очень кратко классным риэлтором, он предложил хорошую вакансию. Пошли, брат, мы раскрутимся, получим много бабла и не будем бомжами. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Ебать в рот твой санный бизнес. Я лучше буду бухать, блядь. Чем слушай, с тобой, блять, бизнес мутить. Ты, блядь, пидор, я тебя встречал, где мои синие. Блин, послушай, я понимаю, что ты хочешь там пить. Нет, и ты мне не все никак. Блять, чё? Давай пойдем, пожалуйста. Согласен? Я нахуй. Чтобы я с тобой, да что-то там как-то что-то. Брат, ну, ничего с тобой не будет у меня, ясно? Это правда. Ну и ладно. Пидор, ёба. Я один справлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Помните, мы с вами договаривались встречи? Ну, блин, я не помню, это было недавно. Ну, мы с вами что-то помнили. А я что, должен помнить? Ну, это было недавно. Мы с вами снова встретились. Помните, мы хотели поговорить о бизнесе? А, да, да. Да вот. Так вот, что мы будем решать-то? Давайте обсудим наш, как бы, действие, план действий. Вы не знаете, в чем заключается наш бизнес? Нет, я понимаю, но давайте хотя бы обсудим процентное соотношение наших доходов. Ну, тут вам намного рассчитывать не придется. Давайте 25 на 70, в мою пользу. Вас, блин, это очень мало. Давайте хотя бы 60 на 40. Вы с головой дружите? Все хорошо. Ну, блин. Давайте ну... тогда, ладно, я пойду вам на компромисс. 70 на 30. Ну, то есть, может быть, хотя так бы... много я еще не поменяю. 65 на 35? Нет, так не придется. Вообще никак. Очень. Блин, а? Ну,
Ну ладно, хорошо, по рукам. До свидания. До свидания. Блин, ну что, вообще урод, а? Джонни Сучара. Так. Интересно, вот это вот наш доход. Как же можно Кирилла еще обставить так? А. Ну-ка, ну-ка. Так, это пока что. Да. Точно. Теперь я точно его. Алло, братан, здорово. Слушай, да, давай, да, да, я вот говорю. Давай, давай. Я тебя жду. День, мы же выгребали здесь. Твою мать, а где? Кирилл! О, Кирилл, привет, брат. Я вообще такое серьезное. С риэлтором я договорился, а этот падла захотел меня на бабки кинуть. Он берет себе 70%, а мне 30%. Я вот думаю, может его так тихонечко битой? А? На хуй бита, бабки еще будешь тратить. Бутылку ебни ему, по-моему. Да идет, ну не. Плана вообще не. Короче, у меня такая есть идея. Вызываем шлюху. Шлюху вызвал, да? И чтобы она к офису ему сюда где-то приехала. И чтобы его спалили, а ты на видео снимешь, и все. Ты уверен? Да. Я не думаю, что это будет. Ну, давай попробуем, давай. Номер. Давай, только знаешь что? Есть у меня один чел, короче, у него дохуя шлюх этих, он номера знает. Ильич зовут. Он, короче, в ларьке, вон там вот. Сходи к нему, спроси номерок. Запомни, запиши. Вон там, вон он, там, в ларьке. Да, водку покупаем. Кстати, водка подешевела. Водка подешевела? Вон, пола. Иди мне за сигами, а то заеб. Давай, все. Пошел. Давай, бегом. Бухать переставайте, а. О, здорово. Слушай, не вижу тебя, Ильич. Да, я что хотел. Чего вообще тут занимаешься-то чем? Ну я вон водку пихаю всяким. А, хочешь, бери, ты... нормальная такая, непалёная. Я пока на призвоне. Слушай, меня к тебе Игорелло прислал. Он говорит, у тебя есть номерочки неплохих девчонок. Ты, может, мне скажешь один? Есть, конечно, сейчас посмотрю. Вот есть одна мазовая чика. Ангелина зовут. Записывай. Ну давай. Ну все, спасибо. Ну, а как вообще там это? Нормально все? Ну вроде да, я снимал пару раз. Ладно, спасибо тебе. Ну давай. Я думаю, увидимся. И за сигами мне сходил. Хотя похуй уже отжал. В общем, смотри, мне номер Ильич дал. Ну что, давайте позвоним. Сейчас наберу. Алло. Бля, пацаны, надо отойти побазарить. Сейчас. Беру. Урод, алло. Смотри, ну. Номер. Так, у тебя есть телефон? У меня-то нет. У меня? Я свой. Ебал. Алло, здравствуйте. Можно здесь девочку заказать? Да, можно. А, Ангелина, да, вот мне ее, пожалуйста, посоветовали. Ага. Здравствуйте. Ну, Валя! Я думаю, давайте встретимся где-нибудь и поговорим. Делай, сейчас, день. Подожди секундочку. Че? Вот. Ух, ну, сейчас извините. Алло, ты еще на линии. Один сейчас. На один только, да? Да короче, че? Один на один, блин. Хорошо, давайте встретимся в офисе. Через часа, я думаю, два. Пойдет? Пойдет. Ага, ну все, тогда там будем. Я, короче, до свидания, до встречи. Ты, блядь, нахуй пойдешь, все шкура. Нормально. Блядь, вам, парни. Не надо вы***ться, мразь. Спасибо тебе, братан. Все, я тебя бросаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы, Ангелина? Да, я. Ну сколько там участвовали? Че, я не поняла. Ты что-то попутал или что? Извините, я. Ты вообще с кем разговариваешь? Я ничего не знаю вообще. Мне номер дал Ильич. Какой Ильич? Сказал, что здесь есть шлюхи. Телка, короче, есть. А, скорее всего, это та диспетчер, которую я давным-давно уволила. Потом раз, наверное, давным-давно было постоянно. Они думают, блин, не забудь недоразумение. Просто я хотел для друга заказать, чтобы он, блин, его поставил, что ли. Не, не помню. Просто ее поставили по бизнесу. Джонни зовут парня. Он меня поставил. И что?
тебя дальше? Ну и я хотел его проучить. Ну, я думал, что есть какие-то связи, раз это такая важная. Я подумаю и сделаю все, что в моих силах. Тогда мы созвонимся. В общем, я договорился с местным авторитетом Ангелиной. И она попытается пригандонить этого Джонни. Я думаю, он запомнит это на всю жизнь. Это ты, Джонни? Да, Джонни. Значит так, ты делаешь 70% на 30% в пользу Кирилла. Что представь? Либо я тебе даю 2 года условно. Ты мне даешь? За что? Все! Эй, мадам, вы забыли свой печально! Черт, как так? Фак. Что ж теперь делать? Придется ему все отдавать. Черт. Значит так, Кирилл, дела у нас поменялись, и я согласен с твоими условиями. Меняю процент, все. А что случилось? Объяснение не могу сказать. Хорошо, я скоро. Да, короче, так. Тебе повезло. Так, что-то... Так, это не то, не знаю. Нафиг это? Так. Это что у нас? Да, это вообще какое-то мудрое. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, я тут такое дело. Все-таки, скорее всего, я соглашусь на ваши условия. Придется вам отдать больше половины своего. Да? Меняем соотношение с этим. Странно, конечно, все, но я согласен. Хорошо. И к тому же мне придется отдать вам мой пиджак и все-таки теперь вы у нас вы, да, в качестве личного подарка моя личная испанская секретарь. О, птишка! Вот это я люблю! Вот, Кирилл, я прям специально подготовил для вас дорогой договор. Вам нужно только здесь поставить свою подпись. Без проблем, Джон. Готово. Ну все. Ну, все. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Большое, если получилось, я засудил этого Джонни, поставил с точки над «и», и благодаря вам вообще ничего не получилось бы. Спасибо вам огромное. Нет, ваш спасибо, спасибо. За сигами у меня сходи, пидор. Кстати, откуда с велик? Да мы пи***ли у кого-то лоха, сейчас на металлку едем. Ну от пи***лишки, ты забрали у него велик, едем сдавать, за бабками. Водка же подешевела, сейчас велик спасибо сдадим. Спасибо вам большое, без вас бы ничего не случилось. Спасибо вам огромное. Но, иди на***, я не забуду это. Пошел на***.